Интерпол не должен выбирать страну, которую было бы выгодно иметь как место судебного разбирательства над конкретным обвиняемым. Интерпол не создан для того, чтобы помогать преследовать политических оппонентов режима. Интерпол не должен заниматься теми делами, где местонахождение человека установлено, и весь вопрос – это судебное разбирательство. Я всерьез опасаюсь, что если господин Прокопчук будет избран президентом Интерпола, то по команде Кремля он будет готов совершать абсолютно любые действия, поскольку о своей репутации ему заботиться не приходится. National Bureau of the Russian Federation for issuing such illegal requests. Вот такие очевидно фантастические обвинения, как в данном случае, показывают, что, к глубокому сожалению, нашим российским правоохранительным органам наплевать на их собственную репутацию. I just want to ask something a little different, looking ahead a little bit to Mr. Khodorkovsky. Главное, надо помнить, что для Кремля Америка важна всегда как враг, а господин Трамп лучше всего, чтобы был как можно более слабым. Thanks. Не далее.